Украину в прямую угрозу России, включая уничтожение, как я сказал, истребление всего русского на Украине, а там планировалось создание военно-морских баз США и Британии на Черном море и на Азовском море. Вот когда этот план провалился, и мы ответили так, как мы ответили, причем не вот так вот просто с утра проснулись и сказали, мы решили. А мы 8 лет с лишним предупреждали, даже раньше предупреждать начали. Предлагали договоры о европейской безопасности, которые обеспечивали бы стабильность на континенте без расширения военно-политических блоков. Мы были готовы и ОДКБ не расширять. Все это было с 2009 года. И в 2021 году, в декабре, президент по его поручению, мы передали новые, уже окончательные предложения США и НАТО, они были отвергнуты. How dare you?